смотри на меня, делай, как я. Приветствую всех, дорогие друзья. Сегодня в рубрике «Делай, как я» я расскажу, как можно увеличить оборот пункта выдачи. И речь сегодня пойдет о розыгрышах. Сейчас я вам все подробно расскажу и покажу, как делаю это я. В первую очередь во всех соцсетях я делаю объявление о том, что любой желающий может поучаствовать в розыгрыше, каждый каталог. И обязательно указываю длительный период, например, все лето или с мая по июль, оформив заказ на пункт выдачи по адресу такому-то, такому-то. И все подробности по телефону. Далее в группу WhatsApp я выкладываю красивую картинку с товаром, который участвует в розыгрыше. И обязательно прописываю, что я разыгрываю, полное описание продукта. Это позволит даже новичкам познакомиться с продукцией лучше. Обязательно подробные условия. А именно, что оформить заказы надо на пункт выдачи по такому-то, такому-то адресу. Что заказ должен быть оформлен и оплачен в период действия каталога и указываю число. Заказ не менее 1000 рублей в ценах каталога. То есть это дает право участвовать абсолютно каждому. Количество заказов для розыгрыша не ограничено. То есть человек может сделать несколько заказов, тем самым увеличив свой шанс на победу. После оплаты консультант пишет мне в группу номер заказа. Достаточно первые 5 цифр до тире. После этого я внимательно проверяю, чтобы заказ соответствовал всем условиям, и присваиваю номерок. Консультант после оплаты заказа пишет номер в группу в любое удобное для него время. Розыгрыш провожу с помощью рандомайзера и видеозапись выкладываю в группу WhatsApp, после чего уже поздравляю счастливчиков. Таким образом, я решаю сразу несколько задач. Во-первых, рассказывая о том или ином продукте, я показываю свою экспертность. Я еще больше располагаю к себе людей. Во-вторых, безусловно, я увеличиваю товарооборот пункта выдачи. В-третьих, я привлекаю новых покупателей, а значит, могу увеличить свою личную структуру. И, конечно же, розыгрыш позволяет мне легче закрывать каталог, так как консультанты строго следят за тем, чтобы заказы были оформлены и оплачены в период каталога. Возможно, это поможет вам открыть новое звание. Продвигайте свой пункт выдачи заказов, и всем до новых встреч!